Сегодня Украина отмечает День соборности. 22 января, 91 год назад, на Софийской площади в Киеве был обнародован акт Злуки – договор об объединении украинских земель в единую независимую Украинскую народную республику. Спустя 80 лет уже в новой независимой Украине указом президента этот день обозначен в календаре как День соборности Украины. Сегодня его отмечали и в Запорожье. Уже традиционно День соборности Украины в Запорожье отмечают проведением торжественного митинга у памятника имени Шевченко возле Шевченковской райадминистрации. Сегодня этот митинг пришлось проводить в экстремальных условиях. Из-за мороза и снега все мероприятие уложилось в 15 минут. А корзины с цветами, которые возлагались к памятнику, во время митинга работникам райадминистрации пришлось удерживать руками, чтобы их не унес ветер. Да и первые лица города и области, губернатор и мэр своим вниманием это праздничное, но экстремальное мероприятие не почтили. За них торжественные речи произносили заместители. А слушали эти выступления преимущественно работники Шевченковской райадминистрации, которых уже традиционно выводят на митинг к памятнику Шевченко. Говорили коротко и об одном – о единстве Украины. Саме цьому, напевно, сьогодні все більше і більше звучать вимоги народу. У ці дні, коли йде політична дискусія, хто буде президентом, хто б не був, вимога і завдання наше одне – об'єднання України, об'єднання нашого народу заради створення нормальних умов для життя наших людей. Продолжили отмечать День соборности Украины запорожские представители власти уже в более комфортных условиях. В середине дня их собрали в обл. Администрации на торжественное собрание.